Первенство мира по джиу-джитсу – одно из главных соревнований в жизни любого спортсмена. На этот раз первенство состоялось в Испании. В составе сборной России в соревнованиях приняли участие 6 бойцов из Рязанской области, представляющих Дюшор Юпитер, города Рязани, детскую-юношескую спортивную школу «Витязь», села Поляны Рязанского района, и спортивный клуб «Евпатий Коловрат», города Спасска. По итогам соревнований в разделе «Не ваза» – борьба в партере. Бронзовую медаль завоевала воспитанница спортивного клуба «Евпатий Коловрат» Альбина Калина в весовой категории до 62 килограмм. Большой опыт. Соревнования были, на самом деле, самые, наверное, тяжелые из всех, которые у меня были. Очень большое количество народу. Более 30 стран мира приехали туда. И, конечно, масштабное мероприятие. Альбина начала заниматься спортом, когда ей было 4 года. Тогда родители отдали девочку в художественную гимнастику. Когда Альбине исполнилось 8, она осознала, что гимнастика не для нее. У меня тренировал папа, и я решила попробовать. Мне было достаточно там комфортно, так как у меня занимался еще брат. И у меня как бы все получалось. Также выступала на соревнованиях очень удачно, как с мальчиками, так и с девочками. Бронзовым призером первенства мира в той же весовой категории стал рязанец Никита Катков.